мое понимание рынка началось именно вот с Александра Михайловича, потому что до этого я очень много искала, пыталась для себя найти знания. Но вот благодаря Александру Михайловичу я действительно поняла, что такое рынок. По крайней мере, мне стало легче вот это понятие самого рынка. У меня появилось желание действительно торговать. Спасибо, всем советую, приходите.